В Дубосарском зоопарке готовятся к зиме. Еноты и хорьки надели зимние шубы. Медведица Маша хорошо ест, но в спячку не собирается. Кстати, кормить животных в зоопарке разрешают, но только специальной едой. Подробности в сюжете нашего корпункта. Дубосарский зоопарк обычно по четвергам не работает, но сегодня у многих выходной, и сюда приезжали с семьями. Мне в зоопарке там нравится то, что тут много животных, а тут олени. Они такие милые, я бы хотел себе одного такого, если бы у нас была клетка. Иван и Виктория из Рыбницы, у них пятеро детей. У средней Киры сегодня день рождения, приехали в зоопарк. Уже несколько раз туда приезжаем, нам нравится туда приезжать. Смотреть на зверей, ну тут очень интересно, классно. Радость, эмоции, все птицы разные, все... Кого-то даже покормить можно, все так, ну, интересно. А Полина и Вова здесь постоянные посетители. Любят кормить животных сухарями и морковкой. Кого ты кормишь? Себя или хомячков? Хомячков. А сама почему кушаешь морковку? Кто тебе нравится из зверушек? Кто тебе больше нравится? Прошаски. Директор зоопарка Петр Бильский готовит для Полины и Вовы отдельные стаканчики. Знает, что они придут и будут ему помогать. Вову, когда подрастет, пригласил работать в зоопарк. Потому что я люблю очень сильно зверюшек. Какие больше всего зверюшки тебе нравятся? Катя, лисица. А еще? Одинонок Бэби. Кто? Олененок. Олененок Бэмби. А, понятненько. А за что ты их любишь? Потому что они все кусают. И все они меня любят. Олененок Бэмби, которого нашли в прошлом году посреди поля, уже совсем большой, а ослица Катя к Новому году станет мамой. Для нее уже подготовили теплый вольер. Еноту Лоли холода нипочем, наела вес и уже в зимней шубе. Для лесного хорька по кличке Ракета построили дом. Это у него жилой дом. Гамак. Это у него дача. На реке, на. Дача с домом. Иди сюда. А медведица Маша, хоть и стала меньше есть, в спячку не собирается, сегодня грелась на солнышке. Обычно медведи на свободе совсем не кушают. А тут выходит каждый день, и мы даем понемножку кушать, она кушает. И обратно в берлогу. И весной выходит питанная, не худая. Корма есть? Ну, в основном есть. Сено есть, овес есть, просо есть, пшеница есть, кукурузы еще там докупим. На днях в зоопарке будет переселение. В теплые квартиры переедут мелкие грызуны, анаконда Жанна и некоторые попугаи. Остальным утеплят помещение. Зимой зоопарк тоже будет работать каждый день, кроме четверга. Вход 35 рублей. Деньги идут на корм животным.